Приветствую, ребята. Просили показать калькулятор, как ими пользовался, настраивая йотку. Сейчас покажу, как это все выглядит. Смотрите, заходим в Play Market и вводим название Amateur Radio Talkit. Ну, видите, да, что зеленого цвета такая вот иконка. Вот, открываем ее. И видим, что мы тут видим. Здесь много разных есть штук. Там настройка дипольной антенны, ну, расчет вертикальный и прочее. И вот смотрим, да, вот J-Pol антенна. Кликаем на нее, вводим любую частоту, которая нас интересует, допустим, 145. И видим, да, long section, section A, ну вот, 1,48 м, short section 49 сантиметров. Feed point C, это получается точка подключения, чтобы, ну, сильно там не искать долго. Сколько? 4,0048, то есть получается почти 5 сантиметров. Вот, и spinning D, это расстояние между большой short section и long section. Вот, то есть D, это у нас сколько там, тоже около 5 сантиметров. То есть очень все просто. Также здесь, ну, единственное, что мы не можем указать диаметр элемента, все-таки он сказывается, он имеет влияние на размеры антенны. Ну, в принципе, по этому калькулятору я настроил йотку, плюс там подсказал мне Арсен, за что спасибо ему. Вот, то есть довольно хорошая, прикольная программа, в которой можно даже вон, 3 элемента рассчитать, ну и прочее. То есть довольно хорошая программа. Так что качайте, и будет вам счастье. Вот такая вот программка. Все, всем три, всего хорошего. До свидания.